Теперь, зная метод создания бокала, у вас не должно возникнуть проблем при создании таких объектов, как чашка и тарелка. Они также могут быть сделаны из профиля модификатором вращения. Единственное, что нужно добавить, это то, как я сделал ручку для чашки и неровности на краях тарелок. Ручка для чашки – это просто примитив труба. У которого число сегментов по высоте я поставил равным 1, сконвертировал объект в редактируемый полигон, выбрал все краевые ребра тора, и применил к ним фаску. Выбрал все полигоны и задал им автоматическую группу сглаживания. Таким образом я сделал ручку. Сейчас я расскажу, как я сделал углубление по краям тарелки. Чтобы сделать углубление по краям тарелки, перейдите на подуровень ребер и выберите ребра в тех местах, в которых вы собираетесь сделать углубление. После того, как все необходимые ребра выделены, примените к ним функцию Connect с одним сегментом. Не снимая выделение с ребер, зажав клавишу Ctrl, перейдите на подуровень вершин. Тем самым вы выделите все вершины, которые касаются выделенных ребер. С помощью клавиши Alt снимите с внутреннего кольца вершин выделения и инструментом Select and Scale сделайте впадины.